Картофельный клуб, да, как любой клуб, он объединяет людей с едиными целями. Цель участников нашего клуба – это получить качественный продовольственный и семенной материал. Мы решаем проблему сельхозтоваропроизводителя. То есть сначала проблема, а потом решение. В нашей компании большой спектр, портфель продуктов по решению защиты всех основных культур. Это и зерновые, это и сахарные свеклы, это и кукуруза. Мы собираем фактически 1/3 сельхозтоваропроизводителей всей страны, что касается картофелеводства. То есть сегодня в этом зале 60 тысяч гектар картофеля. Мы практически каждый год участвуем здесь в этом мероприятии. Сюда приезжают основные игроки, основные производители картофельного рынка, принимают участие. И, соответственно, мы можем обсуждать позитивные моменты, обсуждать какие-то сложности при производстве, как со специалистами отрасли, специалистами компании Bayer, так и с нашими производителями, с нашими покупателями. И по-доброму поприветствовать бурное молодец. Я люблю посещать мероприятия, организованные компанией Bayer. Это очень компетентные эксперты, с которыми можно пообщаться, получить информацию, которую ни в интернете, ни в прессе не получишь. Да? Это коллеги, которые приезжают сюда. Тут такая площадка, на которой мы можем общаться, делиться результатами сезона, своим опытом. Плюс приятная атмосфера, что немаловажно. Всегда очень радостно получать известие о том, что есть приглашение на такой семинар. Здесь дается колоссальное количество информации, полезной для нас, производителей. Также здесь можно пообщаться со всеми ведущими картофелеводами, с научными деятелями, узнать для себя что-то новое, своим опытом появиться. Поэтому я считаю, что такие мероприятия, они обязательны. Картофель как семенной, так и столовый требует системы защиты. Мы с компанией Bayer очень давно дружим. Bayer является одним из основных лидеров, и большинство препаратов, которые сегодня были представлены, они присутствуют как на рынке, так и в нашем производстве. Мы всегда выбираем самые лучшие препараты для того, чтобы вырастить высокий урожай и обязательно высокое качество. В овощеводстве просто нельзя допускать ошибок. Затраты на гектар почти 200 тысяч. На 1000 гектар, вы представляете, какие суммы, да? Да-да-да, это огромное. Почему мы приезжаем, да? Потому что эксперты компании Bayer высококвалифицированные, и их помощь неоценима на самом деле, потому что каждый сезон как будто первый раз. Вот она пошла, ты видишь? И мы каждый раз открываем что-то новое и совместно с компанией Bayer решаем эту проблему. Это очень ценно, на самом деле. Это очень интересная интеллектуальная работа еще. Препараты Bayer позиционируются как инновационные препараты, потому что те действующие вещества, которые содержатся в этих препаратах, они работают по большинству видов патогенов, которые присутствуют в картофелеводстве. Использование всей линейки препаратов позволяет решить практически все задачи картофелеводства. Самые топовые сейчас препараты, естественно, это протравители класса Эместа, Эместа Сильвер, Эместа Квантум. Достаточно долго мы ждали выхода нового препарата Антракол. Будем, я думаю, активно его использовать в своей программе защиты картофеля. Мы препаратами начинаем пользоваться с самого начала посадки картофеля и заканчиваем, даже есть моменты после уборки картофеля, при протравленной закладке на хранение. Естественно, севооборот, особенно в семеноводстве картофеля, занимает основополагающую роль в качестве семян. И как и выбор культур, так и выбор препаратов является обязательным. И подход должен быть программный, качественный. Поэтому мы тоже большую часть препаратов используем на компании Bayer на всех своих зерновых и бобовых культурах. У нас в севообороте те системные решения, которые предлагает компания Bayer, применены, можно сказать, что повсеместно. И на предшественниках, таких как кукуруза, мы работаем продуктом Bayer, что, в частности гербицидом, что позволяет иметь чистое поле и не снижает потенциал кукурузы. В линейке производства картофеля на каждый вид посадок у нас свое комплексное решение. Такой подход с компанией Bayer реализовать возможно, и возможно его реализовать на высоком уровне. Хороший картофель сам себя продает, поэтому вот это все окупает. Самая бесценная вещь – это возможность личного общения.
пригласить? Здесь очень хорошая информационная площадка. Здесь определяешь направление, в котором идешь на год, а может быть по некоторым вопросам и на ближайшие 3. Мы здесь, значит, мы покупаем препараты Байер, которые нам позволяют выращивать один из самых качественных картофелей на рынке, продовольственного картофеля. Если мы получим удовлетворение, значит, мы закончим работать сегодня. У нас не будет мотивации, двигателя и прогресса, да? Мы очень желаем того, что у этого проекта не было бы конца.